Я купил семена карамбулы, замочил их на 4 часа в растворе эпина, 4 капли на 100 миллилитров воды. Сейчас добавлю еще каплю HB101. Выдержу семена в этом растворе еще 10 минут и буду высевать семена. Для высева подобрал вот такую емкость. На дно высыпал, насыпал дренаж. Купил универсальный грунт. Добавил туда диатомита. И вот в этот грунт буду высевать семена карамбулы. Семена разложим по поверхности и затем польем из пульверизатора. Разложили семена по поверхности и теперь поливаем их из пульверизатора вот таким образом до полного смачивания. Емкость с семенами накрываем вот такой крышечкой. И она у нас будет находиться в тепличных условиях до прорастания. Поместим в теплое место, будем проветривать на 10-15 минут ежедневно. Спустя 6 дней карамбула взошла. Получили уже, получается, 6 всходов. Вот так он у нас выглядит.